Едаки, привет! Я Штукенца из Израиля, а это хумус... Мазбаха махел. Тоже из Израиля. Короче, это какой-то очень местный, очень интересный хумус. Наверное, я такого в жизни не пробовала. Видите, он сверху с травками, с орешками. И очень много в нем жидкости такой желтенькой, похожей на масло. Интересно выглядит, правда? Давайте попробуем вместе. Вот такой. Он, кстати, лучшая упаковка, потому что в ней много. Не маленькая, а экономичная, чтобы много было хумуса. Так, смотрите, ну сверху вот эта вот упаковочка, чтобы никакой другой человек не мог ваш хумус съесть. Так, да, не просто ее открыть. Вот так вот, давайте откроем. Ой! Запахло чесночком. Хумус с чесноком, это странно. А еще запахло, знаете, травами из... Есть такой соус песто, кто знает, там орешки и всякие вот это травки и масло. Вот похоже чем-то. А еще прикол, знаете, в чем? Сверху лежат маленькие, как будто бы бобы, как будто бы горох какой-то, в общем, пополам порезали. Мне кажется, это арахис. Попробуй. Нет, это бобы. Офигеть. Это горох. Это хумус, что ли, с горохом? Как интересно. Пахнет вкусно очень. Да, пахнет очень необычно. Ну, давайте его попробуем. Пахнет, знаешь, чем? Маринованными грибами. Такая ложка. Прямо, знаете, ну а чего? А хлебушка? Кошачий размер. Дайте тебе хлеба. Не, я и так съем. Зачем мне хлеб? Это очень пряный хумус. Это прям хумус, который можно реально намазать на хлеб. И получится бутерброд с солеными огурчиками. Такой, знаете, прямо... Ой, как вкусненько. В общем, если вы любите соленье, знаете, вот это все травки, соленые огурчики, маринованные помидорчики с укропом, вот это всякое такое, знаете, вот соленье такие вот. Бывают люди покупают все вот маринованное, засоленное. Очень прямо прикольно. И есть привкус гороха. Слушайте, гороховый суп холодный с вот этими всякими соленьями. Вот такой вкус у этого хумуса. Так необычно. Могу еще ни разу не пробовала. А орешков тут, кстати, нет. Чеснок есть? Чеснок есть. Много? Нет. Не горько во рту, а вот чуть-чуть, знаете, вот со специями. Вот прям капельку. Немножко перчика есть. Немножко прям явно каких-то разных-разных травок туда насыпали. Хочется, знаете, вот так вот взять и заправить этим, как заправка для салата. Заправить можно... Как у него консистенция? Консистенция более плотная, чем у обычного хумуса. Смотрите, вот он не падает вообще. Плотненький. Не перетекает никуда. Но довольно жирненький. Видите, он блестит на солнце. Это потому, что в нем масла много. То есть он прямо такой... А с чем вот сейчас ешь? Будешь есть с чем? Что у тебя на тарелке? У меня на тарелке рис, сделанный на пару. И прекрасная рыба называется пикша, или как она называется? Пикша, по-моему. Короче, есть вот такая рыба замороженная, очень вкусная, вот такая беленькая. С хумусом это. Да, мне кажется, это будет так вкусно. Давайте попробуем вот так вместе с хумусом, с рисом. А рыбы? С кусочек рыбки взяли. Вкусно? Так сильно да, прям? Вкусно, у меня аж рот свело от вкусности. Очень вкусно. Этот хумус отлично подходит к рыбе. В нем как будто еще немножко лимончик есть, знаете? Лимон с рыбой хорошо сочетается. Отлично, вот прям попробуйте вот в таком сочетании с рисом, с рыбкой, и вот хумус вот так это все перемешайте. Вам так понравится, приятного аппетита!